Да блин, сраный этот ровня. Нихрена себе! Как я гоню, чувак, это просто жесть. Вот эта скорость. Нихрена там кто-то. Смотри, как я разогнал. Офигеть, смотри, в натуре это NASCAR гонки. Это тут, короче, гнать надо со всей скорости. Ух, смотри, тут быстро, короче, и взрывалки есть. Выносить сейчас будем всех, короче. О, так мы втроем остались, чувак. Бустуемся. Чувак, мы с тобой... Буст. Он не работает? А буст почему не работает? Я жму на Е, не работает. На Е, да, надо жать? Ну да, по идее, да. Да блин, сраный этот ровня. Нихрена себе! Как я гоню, чувак, это просто жесть. Вот это скорость. Нихрена там кто-то. Смотри, как я разогнал. Нифига, как это я гоню, чел. Ну нихрена ты. Офигеть, чувак, я еще и взрываю вперед. Нифига, вот это круто. Просто шикарно, офигеть. Давно я так не гонял, вообще жесть. Просто сумасшедшая скорость. Просто жесть, офигеть, вот это вообще круто. Я просто кайфую от этой гонки. Тут главное только не... О, тут чекпоинт слева находится, прикинь, второй круг пошел. Офигеть, тут чувак какой, кстати. Кто-то там, походу, взрывает меня. Жесть, я просто не могу остановиться. Боюсь посмотреть, какой ты там. И насколько я оторвался от вас, чуваки. Я просто бустера подбираю и бустуюсь нахрен, только так. Просто ж... О, ты, козлина, нахрена? Ты нахрена это сделал, дебил? Я че, знал, что ли, что я попаду в тебя? Сука, просто отобрал мое законное место. Смотрите, как делают, а? Еще и меня взорвал. Че за чувак? Ничего я не впереди, второе место показывает. Там чувак какой-то навстречу мне ехал, прикинь. А почему я второе показываю? А ты какое, первое показывает? Я хрен знает. Тут чувак что-то спавнится, походу, дела. У меня 3-4 круг, а у тебя какой? Я вообще ничего не понимаю, я тебя хрен догоню сейчас. Я тоже не понимаю ни хрен. Это просто какая-то жесть. Просто так стартанули дико. У меня, короче, точки контрольные пропущены. Ты серьезно? Я первый. Да. Тихо-тихо. Ух, я сейчас запорол, Нет, не запорол. Я чуть не вылетел, чувак, прикинь. Ты, кстати, за мной, походу. Только взорви меня опять, я тебя взорву. Козлина, блин, а. А просто так бустуюсь, только так, нахрен. Ой, одни бустера только подбираю. Вообще клевая догонка. NASCAR рвет. Вперед! Тихо. Этот чекпоинт, у меня шестой круг пошел. Это просто какая-то жесть. Т-20 такая ярая вообще, просто она так рвет здесь. Блин, давно я так не гонял, вообще жесть. Просто скорость... Я игрокам. Ты взорвал его, серьезно, ни хрена ты. Я просто скорость не могу сбросить. Тихо. Фу, взял. Седьмой круг. Пишет, типа, ты на один круг нахрен. О, на один круг, ни хрена я что делаю. Вот это я урывался, чувак. Хотя ты на первом месте был. Ну нафиг, надо угонять от вас. Шестой из десяти, нафиг. А у меня седьмой, ни хрена. Жесть, когда я уехал. Тихо, не заноси, только моя Т-20. Гони. Восьмой круг, ни хера. Ну как тебе NASCAR? Вообще же круто, да? Угу. Просто гонишь со всей скоростью. Упал, я тоже сейчас буду, тихо. Не каркай. Стой, занесло. Дрифтуй. Я сам чуть не слетел, прикинь. Я просто задрифтовал. Я задрифтовал тут. Ты 20 может занести конкретно. Девятый круг, я должен финишировать, давай. Давай, моя Т-20. Тихо. Ух, как опасно это было. Опасно-то, опасно, взрывы какие-то пошли. Я не могу, чувак, остановиться, это просто жесть. Офигеть, обожаю NASCAR. Просто на скорость. Гонки на скорость. Обожаешь носки, на. Сам ты любишь носки, я скиловщик. Охренеть. Просто жесть. Я уже чувствую финиш. Чувствую, пахнет финишем. Давай. Вот это взрыв вообще жесть. Финиш, чувак, я финиширую. Я финиширую на первом месте. Да, сука, это NASCAR рвет, да, бля. Вот так-то нахуй. Поняли, да, кто здесь стантер? Гонщик номер один. Ого, чувак, это вышел. Давай, второй финишируй, чувак. Ты вылетел, ни хрена себе. Я его тачку выкинул. Да, ни хрена ты. Но. Да он пешком, что? Топчи его нахрен. Какого хрена здесь творится? Взрывай. Надо было кинуть ракетки. Давай, взрывай.
Наежми. Да-да-да, вот так красавчик, ни хрена ты его взорвал. Гони теперь вперед. Жесть. Это было круто. А ты еще раз его хочешь взорвать? Он на круг у тебя цел или нет? Хотя бы. Ух, ну ни хрена ты. Круто ты его. Он вылетел, кстати. Ты его не взорвал, но он вылетел. Я Занторну взял, а ты что взял? Там что-то, смотри, текстуры лагают сзади, смотри. Ни хрена себе. О, ты 20 взял. Красавчик. XA21. А, XA взял, да. Ту же тачку. Давай, бустуйся, Занторна. Сделано слишком мало ставок. Ты охренел. Что-то опять ты вылетел, чувак. Опять что ли, типа наскара какого-то? Или что? Тут, походу, опять то же самое, походу, дело. Или что, не? Я хрен знаю. Я скину. Сраный. Боулинг. Эй, стой. Мячик скину. Футбол. GTA 5. Шел отсюда. Надо было хотя бы GTA режим ставить тогда. Кеглюс. Интересно. Походу дела тут в натуре как NASCAR такая же гонка. Да, в натуре. То же самое. Вообще неинтересно. Ну да, вдвоем неинтересно. И бесконтактного тоже неинтересно. Вон эти логованные текстуры. Второй круг, кстати. Ух, я, кстати, чуть не вылетел, чувак. Капец. Ох, капец, они там нахрен друг на друг. Да. Аж нахрен. Она аж эту бутылочку нахрен какую. Да. Что-то там делает. Ни хрена себе. Бутыльное зернышко. Финиш. Я подожду. Я не смог затормозить, прикинь. Финишировал. Адер. А тут прикинь, а тут Адер. Тут Ардер написано, типа гонка. Ну не знаю, как нам поможет это. Давай, бустуйся, здесь ставки отменяются опять. Так. Я его толкнул. Такое чувство, как будто мы в этой. Кто? Кто там сзади? А че без музыки едем? Мы, походу дела, в это играли, да? Да, играли уже. Да. Только на других тачках. Спасибо. Я не взял чекпоинт, я пролетел мимо, а ты? Я тоже не взял ни хрена. Ой, я близко слишком заспаунился, надо отъехать назад. Походу он только один взял, козел. Потому что он один вперед едет. Там отъедь назад, а то не долетишь. Вот я, походу, опять не долетаю, давай. Прикинь, не долетел опять. Второй раз, а вы серьезно? Ну ни хрена, он высоко находится. Так вот, Я даже сейчас не долетел. Так я тоже не долетел. Вот в этом-то и дело. Да охренеть. Там разгон надо, вот теперь взял. Все. А там на левую полосу надо ехать, прикинь. Нет, это может... Он, прикинь. Мы в что-то похожее играли. Он не знает, как это сделать. Да? Мы похоже что-то играли, но точно не в такую, да, эти гонку. Потому что тут что-то изменено как-то по-другому. Ну хрен знает. Что-то похожее немножко играли, по-моему. Да. Когда на Занторне или на... Да. Тут какие-то трамплины другие вообще пошли. В смысле? Блин, я не среагировал. Чувак. Тут налево потом... Ой, направо резко, короче, повернуть надо будет. Принцесска сейчас в сети. Давай, Занторна, гони. Ой, сейчас не пересекусь. Блин, я помешать ему хотел. Ох, тут какие-то развороты пошли. Что за развороты нахрен? Куда тут ехать-то? Чё ты вообще, как-то чекпоинты непонятно расставлены. Чё-то тут по кругам мы гоняем, да? Тебе не кажется? Mm-hmm. Из стороны в сторону только виляешь нахрен. Я-то? Ты за мной наблюдаешь там? Нет. О, тут трамплин какой-то. А куда прыгать, куда? Он внизу находится, чекпоинт, ты прикинь. Блин, все, я не взял, короче, я просрал все. Я все просрал. Свое место второе, законное. Собака. Ни хрена ты. Это, ты тоже не взял его, что ли? Но. Я перелетел. Я тоже перелетел, я прям на дорогу, я респавнился. Так, куда дальше? Капец, он, прикинь, значит, на втором круге уже был. Ну ни хрена пока себе. Пока мы первый круг нахрен ехали. Ты серьезно? Потому что первое место у него. Тут трамплин, нифига себе. Опять это чекпоинт. Он не взялся. Я его перелетел, прикинь. В тот раз не долетал, сейчас перелетел вообще. Какого хрена?
Угу, почти нахрен. Капец. Ну что тут у нас? Что за хрень? Огонь. Я, по-моему, давай, где-то так разгон, что ли, брал. О, да, идеалити вообще. Прям четко в него влетел. Сейчас налево резко, но налево. А почему он-то на первом месте, а? Да как? Еще на 53 секунды отстаем от него, типа. В натуре. На 50 секунд еще. Какого хрена? Почему он так быстро уехал-то? Это не может быть. Вот тут главное скорость сбросить, а то опять улечу на дорогу куда-то вообще, нахрен. Там скорость брошу на тропление. Да-да-да. Нифига, ты там летел. Ох, я в стол. В знак, точнее. Ну, вот я так же нахрен, только я задом полезал. Подкинь меня. Прикинь. Тоже. Спойлером. А, ты зацепил его. Мы с тобой тут вдвоем остались. Смотри, он вообще где едет. Блин, я думал налево. Я его хотел врезать. Я тоже хотел, но передумал потом резко. Тут направо резко. Вообще реакцию надо иметь. Ох, меня носит по всем сторонам просто. Мансая. Давай. А тут есть воздушный кок? Да, есть, кстати. Да. Да-да-да. Ты хватаешь его у меня. Блин, я пропустил чекпоинт. Вот я на скорости из этого не успел повернуть. Твою мать, твою мать. Ну все. Я третий, короче, всосал. Да, что-то вообще капец какой-то. Ну ты хотя бы второй финишируешь. Давай, давай, гони. Нужно догнать хотя бы кого-то. Ну, кстати, главное, смотри. Главное, третий не перелететь только. Стоит, ждет, походу. А, он на финише ждет. Он ждет на финише. Я, кстати... О, тут финиш, кстати, да. Третий все-таки. Блин, продул все. Тут невидимка. Так это бесконтактный режим, кстати. Но... Потому что нельзя было поставить нормальный режим, так что... Погнали, бастуемся, бастуемся. Я встопил, короче, нахрен. Нифига себе тут повороты. Кажется, мы в это играли, да? Или нет? Угу. Да, 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 в натуре играли мы в это. Я вспомнил. Точно. Прикинь, мы почти наравне едем с этим. Нифига вы там, я, кстати, заметил. Я улетел куда-то нахрен. Ну взял при этом чекпоинт, нифига вы там пролетел. А, нет, не, смотри, там какая-то рампа. Нет, мы в это не играли, смотри. Что-то новенькое. Так, давай. Надо догонять всех остальных. Нифига там, какая спираль. Трамплины какие-то пошли. Нихрена там. Чё, не-не-не, мы в такое сейчас, точно не меня играли. Сейчас, меня сейчас фризнет и все, вы меня догоните. Давай, гони, гони. Ты, кстати, какой второй? А, да, или нет? Ни ох, хрена, офига, полет. Круто, круто, да? Прямо над зданием. Офигеть, направо, я в столб, вот печатался. Нет, 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 ну я перевернулся, да твою мать, перевернись ты, корыто, я сейчас последний так опять останусь. Куда ехать, вообще непонятно. Второй, прикинь как-то, ты первый едешь? Но. Офигеть, я за тобой. Чувак обгоняет, ты чего охренел, у него зенторно мощнее. Хоть и запорол, но все равно. Блин. Офигеть. Стой, тормозы, по тормозам. Капец, нахрен тормози. Да-да-да, у меня тоже. Офигеть, вот это жесткая гонка, напряг. Булки. Чего? Galaxy вырвался на первую. Какого хрена? Меня чувак обогнал тут. Нет-нет-нет, зенторно, не проигрывай, не сдавай позиции. Куда тут? В туннель? Но. Стоп, 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 стоп. Охренеть, я тоже, это я был. Нет, это не ты был, там нет. Кто-то на белый. Я тоже. А, да, вижу. У него туризма, прикинь. Нет, 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 нет. Игра зависла, игра зависла. Сука, 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 сука. Давай едь. Я уже четвертый, прикинь меня, как обогнал. Вообще, даже капец, ты, что-то даже ты даже обогнал меня. Так вот. Вообще по-жесткому. А куда вылетать? Куда вылетать? На воду? Рампы. Я по воде поеду. Она не прет, она не прет, она не прет, она не прет, она не прет. Ой, поезжай. О, выехал. Я третий, я за тобой. Я второй. И я тебя дерну сейчас. Уже. Да потому что тормознуло опять у меня. Так, 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 куда ехать, непонятно ничего. Но в это точно с тобой. Вау! Смотри, что пошло. Охренеть, какие-то рампы. Рампы, рампы пошли, офигеть. Я на нее заехал спокойно, изи. Прошел. Круто. Опять по воде, финиш, тут финиш, чувак, давай, второй, второй, да, финишируй, давай, давай, давай. Блин, я врезался, финишируй, же тупая машина, да, финишировал, офигеть, круто. Я не финишировал. Серьезно? Но я перелетел. Так я перелетел, у меня машина втипалась, короче, в борт этого, и я финишировал. А ты какой, пятый, последний? Я третий. А, третий, да, пришел все-таки, офигеть, я второй, нифига, вообще, в шоке. Как-то. Ну что ж, вот такие вот получились у нас гоночки. Если вам понравилось, поставь лайкусик.
Ну и еще раз повторяю, кто хочет со мной поиграть в GTA Online, мой ник в игре The Grosper. Всем до встречи.